Владимир Путин провел сегодня совещание с членами правительства. Среди многих тем были подняты вопросы проведения широкополосного интернета и развития сети цифрового телерадиовещания на Дальнем Востоке. 3 дня назад у нас произошла стыковка наземного и подводного кабеля в районе Камчатки. Но есть еще следующий этап, там до Магадана он должен дойти. Николай Анатольевич, расскажите, что это дает людям, которые проживают в этом регионе? Сахалин, Магадан, прокладка завершена в прошлом году, сейчас идет пусконаладка. Уже в июне мы ожидаем, что в домохозяйствах магаданцев уже будет скоростной, быстрый, качественный интернет. Прокладку участка Камчатка-Сахалин планируем завершить в этом году и максимум в начале 2017-го также запустить эту работу. Очевидно, что прежде всего, наверное, молодому поколению, они все воспринимают интернет как уже часть жилищно-коммунальных услуг, так же как свет, воду. И когда такие большие регионы, как Магаданская область, Камчатский край, вообще исторически не имели никаких кабели, которые соединяли с основной материковой частью России, конечно же, это и есть то, что называется цифровым неравенством. Раньше там была лишь спутниковая связь.